Итак, последние цифры нашего джекпота... 47! И у нас есть победитель! Это житель Кишинева Иван Макарь! Поздравляем! Поздравляем победителя! Вы выиграли огромную сумму денег! Я Иван Макарь! Богатый! Я стал богат! Я нереально богат! Наконец-то я всю жизнь этого ждал! Ванюша! Лена? Я так по тебе скучала. В смысле скучала? Мы 3 года назад с тобой развелись из-за того, что ты меня изменила. Ой, ничего я тебе не изменяла. Мне просто надо было убедиться, что ты самый лучший мужчина во всей вселенной. Я тебя люблю. А когда мы поедем отдыхать в Дубай или в Майами? Брат, Ванюха, здорово. Вован? Так ты ж в тюрьме сидел. Так я как эту новость узнал, так сразу сбежал. Ты ж теперь меня отмажешь, брат. Дай тебя обниму. Ой, брат. И это здесь. О, брат. Ванечка. Ванечка, мой любимый ученик. Тамара Ивановна, в смысле любимый? Вы же мне одни двойки ставили. И за вас меня, между прочим, с университета и отчислили. Я специально тебе ставила. Я и так знала, что ты всего добьешься сам. Ты мой хороший, как ты вырос, а? Какой красавчик. Вы посмотрите, посмотрите, девочки, а? Какой красавчик. Здравия желаю, гражданин Макарь. Да, вы кто? Ну как вы меня не узнаете, что ли? Ну это же я у вас. 5 лет назад права забрал. Вот приехал вернуть лично. Спасибо. За вознаграждение, естественно. Ну, надо ж понимать. А я тебя, между прочим, крестил. А у меня ты сигарету стрелял. А я акушер. Вот этими руками тебя на свет Божий вытащил. Служили вместе. А я твой сосед сверху. Ну, а я сосед снизу. Подожди. Да нет. Сынок, родной. Папа, ты же 10 лет назад умер. Я ради такого случая воскрес. Как будем денежки делить? Ну, как обычно. 10 тебе, 90 мне. Добрый вечер. Мы с вами знакомы? Нет. Фу, я уж подумал, что тоже будете у меня что-то просить. Верно подумал. Я коллектор. Ты в прошлом месяце чайник брал в кредит. Пеня набежал. Так я же вроде там, ну, за один день только, ну, не успел, ну. Плохо ты контракт читал, Ванюша. Там на 119 странице все написано. Маленьким шрифтом. Так что, билетик? Ну, что я могу сказать? Ну, раз уж мы уже все вместе собрались, чайник у меня есть, может, чай попьем? С тобой? Нищебродом! Хорошо, что я тебя бросила. Разойдитесь. Мало тебя в армию бил. Мне из-за тебя сейчас опять на нары. Бать, идем. Пешком будешь ходить. Дась, ты еще сопротивляешься органам правопорядка. Стольких людей от работы отвлек.